Когда речь заходит о школе, всегда в голову приходят два самых волнительных события в жизни учащихся. Это первый звонок, день знаний, и последний звонок, когда дети уходят на летние каникулы, а также когда выпускники прощаются со школой. Сегодня в Татарбекалинской средней общеобразовательной школе прозвучал первый звонок. Здесь в торжественной обстановке отметили День знаний. В гости на это праздничное мероприятие приехали депутат Народного собрания Республики Дагестан Багадур Хадисович Абасов и первый зам главы администрации района Багавдин Мамаев. Открыла и вела мероприятие замдиректора по воспитательной работе Татарбекалинской средней общеобразовательной школы Маржанат Гаджиалиева. Дорогие гости, учителя и наши учащиеся, и родители, конечно. Сейчас начинается волнующий праздник для всей школы. И опять все начнется сначала. В школе от звонка и до звонка. Снова от сентябрьского причала понесет нас школьная река. Сегодня начало нового учебного года, новых встреч с удивительным миром знаний. Пусть этот год будет добрым для всех, для тех особенно, кто впервые переступает порог нашей школы. Как вы уже заметили, наверное, среди нас нет сегодняшних наших маленьких друзей. И вот наступил момент, чтобы мы их встретили все-все-все дружными аплодисментами. Первые классы, ваш выход. Первый А, классный руководитель Дубава Равася Зайнутдиновна. Давайте дружнее, ребята! Ну, конечно! Свободным. Мы свято России любимой верны. Пусть в мире и дружбе живут все народы под флагом трехцветным могучей страны. Тому, кто за школу радеет, заботится ночью и днем, директору нашей школы мы с радостью слово даем. Уважаемые ученики, родители, коллеги, разрешите искренне поздравить вас с торжественным днем, днем
знаний. Вот и закончился длинный летний отдых, наполненный радостью и удовольствием. Настало время вернуться к знаниям и новым открытиям. Начало сентября каждый год мы отмечаем как удивительный праздник. Праздник возвращения к труду и познанию. Праздник творчества и вдохновения. И в первую очередь, конечно, хочу поздравить наших первоклашек. Ребята, для вас сегодня начинается особенный день, который запомнится на всю жизнь. Вы входите не просто в нашу большую дружную семью. Вы открываете для себя мир знаний и новых открытий. Вы стоите на пороге интересной и удивительной жизни, которая сделает вас взрослее уже с первого дня, наполнит каждый ваш день новыми переживаниями и новыми впечатлениями. Я желаю вам удачи и успеха в вашей новой школьной жизни. Огромных успехов и не менее огромных сил хочу пожелать и нашим будущим выпускникам. Совсем немного времени отделяет вас от той черты, когда вы покинете привычную школьную жизнь. Этот год – последний рывок перед будущими достижениями. Я желаю вам энергии и целеустремленности. Пусть этот последний школьный год будет для вас самым плодотворным. Наша школа – это большая дружная семья. И в этот торжественный момент начала нового учебного года хочу выразить надежду на то, что мы все вместе и дальше будем вести наш школьный корабль к новым вершинам, каждый ответственно и старательно выполняя свои обязанности. Пусть этот год принесет исполнение мечты каждому члену нашего большого школьного коллектива. Всем с праздником, всем с Днем Знаний! Ребята, вы, наверное, заметили изменение, которое произошло в нашей школе в ваше отсутствие. Заметили? Да? В этом году нам посчастливилось участвовать в проекте «150 школ», реализованном по инициативе главы республики Владимира Абдуалиевича. В прошлом году мы участвовали в проекте 100 школ, нам заменили систему отопления, напольное покрытие и крыльцо нашей школы. А в этом году в рамках проекта 150 школ провели реконструкцию крыши. Конечно, за эту красоту, тепло и уют хочу выразить от лица педагогического коллектива, от лица родительского комитета и учащихся слова благодарности и сказать огромное спасибо главе республики Владимиру Абдуалиевичу, главе Хасаюртовского района Чамбулатову Шапиевичу за внимание и поддержку и, конечно, нашему меценату, который всей душой болеет за свое село и за свою школу. Всем огромное спасибо! У нас сегодня чудо. Так много приехало гостей, желающих окунуться в праздничную атмосферу и высказать свои пожелания. Среди них наш частый гость, человек, которому не безразлична судьба подрастающего поколения. Человек, который всегда интересуется судьбой педагога и по мере возможности оказывает содействие в решении проблем школы. Вы, конечно, уже поняли, о ком речь. Да, вы правы. Это он, Абасов Богатур Хадисович, депутат Народного собрания Республики Дагестан от партии «Единая Россия». Вам слово. Уважаемые педагоги, уважаемые родители, уважаемые учащиеся, разрешите мне от имени главы Республики Дагестан Васильева поздравить вас
и Хизри Исаевича Шейхсаидова, председателя Народного собрания Республики Дагестан, председателя правительства Республики Дагестан Сгумова и от главы Хасавюртовского района Джамбула Шадиевича Салавова и лично от себя пожелать вам здоровья, добра, благополучия, чтобы вы новый учебный год, чтобы у вас было все почти 90%, чтобы у вас были отличники. Потому что эта школа носит имя нашего бывшего покойного Аслана, это самого для меня близкого человека, поэтому вы не имеете права плохо учиться. Так что я вам желаю здоровья, добра. А что касается родителя, хочу пожелать, попросить родителей совместно, значит, трудовым коллективом школы, чтобы они могли совместно воспитать детей, чтобы они выросли достойными людьми нашего общества. Педагоги – это, знаете, педагоги – это такой народ, это очень любят учеников. Хотим, чтобы педагоги, у них хватило терпения, чтобы обучать учащихся. Педагоги радуются, когда их ученики поступают в высшие учебные заведения страны, когда становятся хорошими людьми учеников. Так что поэтому я хочу вас от всего нашего парламентского корпуса поздравить, пожелать вам здоровья, добра, благополучия. Дай Аллах вам здоровья, чтобы у вас всегда в лице присутствовала улыбка. Всего доброго. Доброе слово – начало доброго дела, говорят в народе. И это доброе слово сегодня есть кому произнести. Почетный гость нашего торжества, первый заместитель главы администрации МОД Хасавюртовский район, Мамаев Багаутин Гаджи Мурадович, у нас сегодня в гостях. Дорогие ребятишки, учителя, родители, в этот светлый праздник, День знания, хочу пожелать вам всем здоровья, чтобы детишки боролись за знания, а наши учителя, чтобы все знания, которые они имеют, передали своим детишкам. Потому что от этого зависит их будущее, как они сложат дальнейшую свою судьбу. Им нужно терпение. А нашим молодым, особенно первоклассникам, пожелать, чтобы они боролись за знания, дерзали и не останавливались на полупути. В этом году в нашем районе за первый класс, за первый раз сядут за парту 2800 детей. Это большой показатель. У нас район большой, живой, красивый. И смотря на наших детей, мы видим, что район процветает, район растет. Всех еще раз с праздником. Желаю всем добра, процветания. С днем знаний. Спасибо вам всем за приятные пожелания в этот праздничный день.
На меня, ведь я же первоклашка, мне солнце шлет привет. Я сияю тоже, светятся глаза у мамы и прохожих. Я сегодня первый раз отправляюсь в первый класс. Постараюсь, я вообще лучше быть учеником. Я проснулся утром рано, на подвеску сразу гляну. У меня тетрадки есть и книжки, и тетрадь с угольником. Спать я люблю простым мальчишкой, а проснулся школьником. И ни с кем не заболтаюсь, чтобы уроки не сорвать. 45 минут урок, подержаться за срок. Учительно поможет, объясните урок. Как раз темно, и знать нас Бог. Поскорей свини звонок, мы тебя заждались. Весь на первый наш урок год мы собирались. Школа – это светлый дом, мы учиться будем в нем. Там научимся писать, складывать и умножать. Маму за руку веду, как большой сейчас. Это в школу я иду, самый первый раз. Не тревожься, говорю, мамочка моя. Все же по букварю знаю букву я. Жить научат книжкой, так с другом. А сейчас, девчонки и мальчишки, звонок за все в класс. Раньше в прописи, тетради, все давным-давно в порядке. Я сегодня первый раз отправляюсь в первый класс. Мне исполнилось 6 лет, и счастливой меня нет. Принимайте со школы, ребятишек, первый класс. На сегодня день особый, мы пришли, встречайте нас. Раньше мы играли в школу, но закончилась игра. Нам завидуют сегодня дошколята со двора. Буду много лет учиться, не зевать и не лениться. Не скрывать тиши ночей над тетрадками очей. Чтоб закончить курс учебный, получить диплом врачебный. Делать строгое лицо и отправить письмецо. Гражданин директор школы, приходите на уколы. Сегодня ученица, в первый класс иду учиться. И скажу я в этот день, что учиться мне не лень. Я не мог заснуть сегодня, просыпая без конца. Может, праздник новогодний, но сентябрь укрылся. И научимся мы тетрадьками, только ручками писать. И в спортзале физзарядку будем нужно выполнять. А мечтаю я сейчас первый раз пойти в свой класс, сесть на парту поскорей и найти себе друзей. Поскорей звени звонок, мы тебя заждались, ведь на первый наш урок год мы собирались. Для кого-то сегодняшний первый звонок последний в их жизни. Мы приглашаем тех, у кого за плечами большой опыт школьной жизни, и их по праву можно назвать мудрейшими представителями школьного народа. Вам слово, 11 класс. Новый день знаний, 1 сентябрь. Впервые в школе возьмете букварь. Для нас он последний и первый для вас. Желаю вам счастья и дарим наказ. Желаем сдружиться, отлично учиться. Беречь нашу школу, как дома частицу. Любите школу, мы запомним вас. Звенит звонок, веселый снова. И школьный двор, как сад в цвету. Что пожелать, друзья, вам в новом
учебном непростом году. Чтоб радость всех не покидала, побольше дел, поменьше слов. Добра, оно всему начало, оно основа всех основ. Дорогие ребята, мы учимся в школе, где сильны традиции крепких знаний и высоких спортивных достижений. В школе, где много талантливых юных актеров и где каждый может стать звездой. И зажигать эти звезды совсем непросто. Учителя за них в ответе, мы их заботами согреты. А развиваются наши таланты благодаря помощи педагогического коллектива. Благодаря такому коллективу наша школа является одной из лучших школ района. От имени всех нас мы говорим спасибо школьному порогу, спасибо всем учителям. Посмотрите вы на нас, у нас самый дружный класс. В школу мы бежим, и на уроках мы не спим. Интересами детей. Они готовы отдать себя без остатка, чтобы они выросли людьми с прекрасной душой и творческими способностями. Учитель, дни жизни своей как один ты школьной семье посвящаешь. Ты всех, кто учиться к тебе пришел, своими детьми называешь. Но дети взрослеют, со школьной скамьи дорогами жизни шагают, и в памяти носят уроки твои, а в сердце тебя сохраняют. Учитель, ты всегда в дороге, в поисках заботы и в тревоге, и никогда покоя нет, и нужно верный дать ответ. Он сам себя всех строже судит, он весь земной, он рвется ввысь. Не счесть, пожалуй, сколько судеб с его судьбой переплелись. В этот день торжественно.
каждый ученик вас твердо знает. Вы у нас, конечно, лучше всех. Спасибо вам за добрые дела. Наш верный друг, духовный покровитель. Не часто слышите такие вот слова, но в каждом сердце с нами вы, учитель. Мы от души желаем долгих лет. В работе сложной сил вам и терпения. И с каждым новым классом молодеть, ведь это новый старт для вдохновения. А папы, мамы волновались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и повзрослели мы чуть-чуть. А так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Звонок. Мы с веселыми друзьями вдаль на школьном корабле поплывем по морю знаний к неизведанной земле. Мы хотим весь мир объехать, всю вселенную пройти. Пожелайте нам успеха и счастливого пути. Ты мне ежедневно все новые познания даешь, порой строга и даже гневно, но все ж к успеху ты меня ведешь. И приложу я все свои старания, чтобы добиться в знаниях побед, чтобы оправдать надежды, ожидания. Даю тебе я, школа, свой обед. Здравствуй, школа! Снова осень,
вновь зовет учебный класс. Мы учителя попросим увести в мир знаний нас. Мы без знаний жить не сможем, очень нам нужны они. Станем мы полезны людям, мы хозяева земли, чтоб над нашей планетой вечно солнышко светило, чтоб всегда смеялись дети. Мы пришли к тебе, учитель. И вот так будет каждый день, ведь школа — это удивительное место. Место, где из года в год, за часом час, мы встречаемся друг с другом с новыми знаниями. И каждый день будем торопиться на островок детства и юности грызть гранит науки. После чего учащиеся и учителя, взявшись за руки, кружились в танце. И, конечно же, кульминацией праздника стал звонок на первый урок.